Фу. Иду к самгаду. Надо что-нибудь там делать. Он же очки перекосили. Он же такой. Еле иду. Тяжело, когда нету лифта, конечно же. Сюда. Нежданный, нежданный визит. Что-то ему даже не звонил. Интересно, что он там делает. А ну-ка сейчас посмотрим. Что не мачешь? Горничная! Здрасте. Привет, заходи. Ничего, что я снимать буду? Ничего. Я понял. Откуда ты, понял? Я подивился. Где? Камеры. Камеры дивишься. Что ты делаешь? Мені такі класні чахли прийшли на машину. Чахли це що? Чехли. На задні сидіння. Типа кожи сделанный темный. Там 4 разъема для USB для зарядок. Для бутылки. А, ты говорил, да, что такие классные. Только то, что два разных. Один такой темный, другой с такими полосками. Ну тоже темный. Сейчас я тебе покажу. Ну, такие классные. Холодный, мокрый. Ах, такой хитрый. Ах, гонялся мне пока. Томас поправился. Ну. Да. Пузо яко. Не трошь его пузо. Томас, куси его. О, красивый такой, такой любимый. Что ты с ним наделал? Пустый его, он же не хочет не, сидеть. Не, хочет. У меня не прибрано. А что ты будешь сегодня делать? У меня не прибрано. Мне надо тоже дома убрать, не хочешь помочь? Давай. Папа 25-го приезжает. А ты что, только проснулся? А где он сейчас, у бабушки там, да? Да. А 25-го на сколько он приезжает? Ну, не знаю, может на 3-4 дня. На 5, может. Не хочешь в Канев поехать? Он должен 3-го или 4-го вернуться, по-моему. Я не знаю, может бы и поехал в Канев, если бы захотел. Могли бы поехать. Спасибо, Коля, да. Еще Юля приглашала. Спасибо. А где вот эта коробка делась? Где моя черная икра? Туалет, я сходил. Добавлю туда чернил караканец, будет черный. Вот шо? Это та коробка вот там дальше, что была на шкафу была коробка. Да, она пустая а была. Шо? Она не пустая была? Пустая, нихера не было внутри. Ты шо? Пустая коробка была внутри, что ты говоришь не пустая? Вот эта коробка, которую ты говоришь большая, она была наверху, в ней был пенопласт белый. И все. Пустая коробка. А что внутри было, так вот это. Вот это полная была коробка. Так как оно было, так я и оставил, завязал этим. А вот это была пустая, там просто был белый пенопласт. Внутри пенопласт. Вот этой коробки была вот эта? Не, вот это была сверху коробка. Понял? А вот та большая коробка. А ты видел, что? Там я открыл, там ножики всякие, я да, не знаю. Да, я закрыл обратно. А вот эта большая коробка, там был просто пенопласт от кондиционера. А я думал, там что-то есть. Не, там ничего не было, я его выбросил, тот пенопласт. А, то я просто забыл, видно, коробку кондиционера просто и туда поставил книги, все, что там было. Наше сокровище, наше это стомаца заводы Ютуба. Что зрители посмотрели. А мама что твоя делает? Она пошла, не знаю, не это самое, не бачу, пошла. Куда-то магазин должна... А им только что Юля звонила, говорила, что он Кристина у мамы сидит. Дома? Да. Говорит, Юля, я Кристине звонила, а Кристина говорит, я у Татьяны Васильевны. Я думаю, приду, подивлюсь, что случилось, думаю, может... Новости. Может, уже свататься пришла, думаю. Ты постучи. О, бачиш дома? Контент тебе буде. Ну, може, вже нету, але Юля говорила, що є. О, який красивий. Наша стала в казці. Ах, як зорить. Скоро мамки будемо жити. Скоро мамки будемо жити. Привіт. Давай, зараз я закрою, я і Коля. А тебе Кристина. Попалася. Привіт, Кристина. Привіт. Постриглася? Ні. Не подстриглась? Ні, коли я вспіла, мабуть. А що ти з волосами зробила? Що ти з волосами? Шампунь поміняла. Що ти шампунь поміняла? А, як то по-другому совсем. Ти хороший, да? Я думаю, ти постриглася. А я держу його в руках. А що у вас за консиліум? Що? Що у вас за консиліум? Я ходила в магазин.
стояла напротив тебе, Коля, я становилась, вот это, в киоск. Тогда это, не, даже шла, на дороге она идет. А куда? Вот, я уже. А, Кристина, ты помогла, да, у нас посылка. Говорю, в магазине, то мы скупились, дальше зашли. Да она мне пополнила. Ага, мамі только сказав, що дієтолог вже написав оце, що каже, можна їсти дині арбузи. Ми взяли арбузи. Що глюкометр не може, говорить, он може не различати фруктозу від сахарози. А, так а мне что? А мне что можно? Ну фрукты сказал, ешь тебе персики, дыни, пусть ешь сколько купила, угодно, пока съем. Я купила, одну скипку дыни съела и немножко арбуза. Ну подвижемся по сахару. Если что, если вот вдруг... я сейчас перед тем, как кушать, 9 было, да, сколько я говорю? 9,1, по-моему. 9,1. Ну, 0,6 откинуть, будет 8,1. А что не кушала? Шо ну не давайте дыни съем, что там дыни и арбуз есть? Ну иди, да, есть. Ну не дуже холодно, ну есть, бери, оно, о, да. Это, обчистило. А там большая, мне хватит? Ну и, а что ты? Не лопни, сколько, 10 кг хочешь, он подивился. Я шучу, не надо, я не хочу. Та я не хочу, пасим. Она покажи. Я суп поїла. Ого, маленька дыня. Скільки вона єсть? Ми вибирали саму, а там вона продавщиця, да, я сказала, виберіть, вона поклався, арбуз, непоганий, да. Арбуз хороший, кстати, вот этот. Та ви де покупали арбуз? Там... Напротив тебе. Він хороші арбузи в них, да. Держати, не нажиратися цього хліба. Ні, ну я хлебушка кусочок сіла. Єсть і в день ти кусочок з'їси, цього хватить. А от це що? Ну я з'їла вже кусочок, уже більше не буду. А яйця можна мені? Не, мама, не надо. Нельзя яйца? Хоть одне коли-небудь, или смятку? Ну, знаю. Может быть, когда-нибудь что? Одне можно. Да. Раз, только перепелини вам можно. Одне в 3-4 дня. Ну, раз, ну, два. Ну, можу штук 3 или 5 яичек купить. Мені а же... ты кашляешь? Да я так... А что это такое? А це коньяк. Самелка, а что то было в бутылочке? Это, Самельчик, замотано целлофанчиком. Что вчера, учора я... У сумки отдала те, що з Києва привезли. Дівчата давали. Яка бутилочка замотана? Манюсенька така завернута целофанчиком. Що там, я не знаю. Так закручено. Знаю, у тебе, подивися. Ой, кстати, да, спасибо огромное, Любі Тамарі Світі, за коньяк. Вони вже уїхали. Тетяна Васильевна, коли ви мені кабачки мої дасте? Да, хоч сейчас. Хоч сейчас. Или зимой надо? Та бери, занеси додому, хоч зимой. Ні, я лучше зимой заберу. Давай, поки в мене вони стоять. А куди? Ви казали, що ви мені закривали. Я тобі дай. Що, вже роздати хотів? Я холодильник, хай стоять. Ні, в мене місця нема в холодильнику. У тебе місця для себе нема в холодильнику. Нема. Та ти ж ти шослом багато набираєш. Звісно, так як ви два арбуз і дині, нема холодильника. Ой, арбуз дині сьогодні принесла за всю життя. За всю жизнь. Ого. Скоро мій папа приїжджає, Тетя. Я хочу, щоб він туди вистрибнув. Я так сваю. Ти знайди отой поломаний котик. Тебе тут пиль, мама. Да. Тетяна Васильевна, скоро мій папа приїжджає 25 числа. Да? Да. А сьогодні яка в нас? 23. Через два дня. Що? Везде пиль. Ну, я уїжджала в Київ, не втирала. І сьогодні приїхала, поли помила, не помила поли. Так що все. Так візьміть Кристину, хай вам поможе. Та прям, я сама в соцстоянні буду, я там прошу. Ні. 400 гривень уборка. Час. Та зараз, в мене 1500, это, 400. Я й сама буду за даром роботу. Телефон мою поповнила, я сотню дала, вона мені поповнила тут, бо там щось поламалося у магазині. У магазині, да. Я поповнила один на сотню. В мене залишилося 30 рублей, думаю, нехай може пенсію. Кристина, як діла? Отлично. Де ж там мене квест сьогодні? Я, знаешь, думаю, может, когда папа приедет, пойдем все вместе в лабиринт? Когда папа? А что ты у него такая? Что? Ты грудноклетка заканчивается? Не, вот ладошкой потрогай. Ну тут что-то торчит. Да. Ты грудноклетка заканчивается? Да, как ребра заканчиваются под ребрами. Я, конечно, дико извиняюсь. Да, тут нема нічого. Це грудка така, да? Да, да, вот тут вот. Томас, отпусти. Вот сюда. Скажи його, хай стрибає. Грудка. Що вони делають з котом, Тетяна Васильевна? Сливий, да? Красивий. Мучають кота. Мучають. Каждый день только. Ага. А хто б казав, вчора Барсика? Жмяков. Мучав теж кота. Ну так я ж його не вицеловую каждый день. Він не так, як Томас. Він не буде сидіти на руках, отак лащиться. Він дві минути і все. Да, він не хоче. Гризе Томас. Ночі мене не кусає. Не знаю, що мене не закусати. Пускай, хай ходить, пускай. А це там портрет твій. А чого ви на стіну не прикрутите? Ну це ж не моя стіна, буду я довбати стіну. Я положила і все. Ой, воно вот тут стояло, а потім я отак поприносила самельчика і сюди поставила. О, у вас тут і я є, гляньте. Звісно, в мене всі ви є.
Отак. А що ви саме положили лежачи? Я отак ставлю, воно падає. Я між цим отак ставлю. Бачите? І всіх видно, так. Да. Значить, не місце йому там стоять. Треба прикрутити повище. Не треба, хай стоїть. Нічого я не буду тут ковиряти, це не моє. Ось це красиво, так? Да? Красиво, красиво фото. А от це старе фотографія, там теж нравиться. А, Самуелка, от глянь сюди, де ти з колею. Кого тобі ти сам себе напоминаєш? От глянь, на кого ти. Хто на тебе похожий тут? Здорово похожий. От іду. Я глянула. Актер? Аж мені, знаєш, моторошно стало. Джордж Клуні. Це актер? Актер, певець? Ні. Простой человек, наш, между прочим, родственник. Ты здорово на него тут похожий. Дедушка? Нет. Подожди, подумай. Сейчас я подумаю. Его не мают. Олег. Олег, точно, гляну. Вот это что с вами жить, да? Ну да, я ж да. Похож, да? Кажу, ну, да. Ну потому Влад на меня похож, это мы с Владом похожи. И с Владом, нет, да, и с Владом, его сыном, да. Похожи, все сказали, похожи, да. И вот тут я глянула, мне ж, я хоть аж мотор жу, вроде Олежка, вон там, нет, це ж Коля тут, це ж значит Самуел. Похожий, здорово, Самуел. Ну, похоже, не здорово, в нього нос не такий, мама. Коли він женився? В нього нос не такий, лоб не такий. Ну, от глаза. Похож, та не по ній, глаза в нього зовсім брюки. Ні, все равно, Самуел, похожий, перше впечатлення, глянула точно, Олег, чесно тобі кажу. Все, Тетяна Васильевна, я пойду. Коли він женився, на свадьбі гуляли, Самуел приїхав, Едік, Іра якраз ще Діану чи Каріну родила, не знаю, не було. А мені всі гості кажуть, це у вас старший син жениться на Олега. А отут він похожий на себе. Да. Я кажу, це племянник. І що хоче? Так і хоче вкусити зеленчук. Тому що ти його мучиш, хватить його мучити. Все, Тетяна Васильевна, я прийду потім за кабачками. Ну, не кусай. Приходь, можеш зараз брати. Коля, дивись, не кусай. Коля, слышиш, на рибалку сьогодні не їдете, ні? Ні, скільки можна, кожен день? А спасибо тебе за рыбу. А что это рыба? Значит, смотрите, они не понимают никто, что это рыба. Эта рыба называется белый амур. Вот да. Белый амур. Есть. Почитай в интернете на форумах. В Днепре в 2011 году был запущен белый амур в Днепр. Вот очень много море, было запущено. Рыба. Я смотрел. Правильно. Вот эта рыба белый амур, это самая чистая рыба. Ее запускают специально для того, чтобы она чистила озера, реки. Она траву выедает, вот всякую мул такой, да. Ну не карась. Нет. Это белый амур. Видела, какая голова? Видели, да. Какая голова? Оно из семейства карповых и карася. Но все равно луска не такая. Да. А тут и не мелкая, как у этого карпа, и не как у карася, а между ними и такая крупненькая посередине. Такая, да. А сам говорит, что это не белый амур, не понимаю. Я ему вчера сказал, где белый амур, а я кажу, а тут вот. Он даже мне не сказал, что белого амура поймал. Я ж думав, що то білий амур. Та і є це білий амур. Вони написали, що то не білий амур. А що це тоді? А що це тоді? Є люди правди пишуть. Ні, це білий амур сімейства карпових. Оце білий амур. А білий амур. Вон білий амур. Тоді раз білий амур, зараз зажарим. Білий амур. Ось він білий амур. Ні, скажи, не треба мене зажарити.